Махи в сторону. Исходное положение на полу. Ручку вытягиваем. Лежим ровно. У нас должна быть одна линия. Стопы натянуты, пятки вместе, колени втягиваем. Вторая ручка впереди, опорная. Поднимаем ножку наверх. Выворачиваем пяточку, попу не поднимаем. Стараемся к плечику завести ножку и положить. Ножку опускаем, пяточки соединяем, коленки натянуты, пальцы натянуты. Все, приготовились, 8 счетов. И пошли. Раз, положили. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опустили ножки. Развернулись в другую сторону. Головой теперь в другую сторону. Да, повернулись. То же самое, легли на бок. Ручку вытянули, впереди опорная. Одна линия у нас. Ножки и рука. Все, натянули ножки, стопы натянуты. Колени втянули, то же самое, мах в сторону прямой ножкой, пошли, и раз, стопы натягиваем, два, пяточки собираем, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ножку опустили, упражнение закончили.